Более 41% компаний в малом и среднем бизнесе возглавляют женщины. Об этом заявила госсекретарь Гульшара Абдыкалыкова, выступая на первом конгрессе Совета деловых женщин Нацпалаты Атамекен. Это порядка 640 тысяч предприятий и компаний. При этом в Кустанайской и Карагандинской областях доля женщин, управляющих бизнесом, 48%. В Астане и Алматы количество бизнес-вумен преобладает над мужчинами. К слову, банкиры отмечают, что меньше всего проблемных заемщиков как раз среди бизнес-леди. Чаще всего они берут кредиты на образовательные, маркетинговые и ремесленные проекты. Данный конгресс, наверное, является уже такой более консолидирующей площадкой. И мне кажется, что его роль, наверное, выше. Мы видим очень много инициатив, которые проходят со стороны предпринимателей. Это и в законодательной базе, это и вот по вопросам проверок, по вопросам отчетности, контроля со стороны госорганов. Сегодня много инициатив по приватизации идет со стороны также государства. Поэтому вопросов очень много.